Здравствуйте, дорогие друзья! И пришла к вам с очередной хвостушкой вот такую вот куколку из серии «На-на-на сюрприз» лепила я сегодня на своем закрытом мастер-классе. Ну, для всех назвала я его «Куколка в шапке зайчика», ну, чтобы было удобнее вам и мне. Никаких молдов для лица или что-то в этом роде, как часто у меня спрашивают, мы не используем. То есть все лепим сами своими ручками. Фигурка получилась по весу 221,5 грамм, по сантиметрам до самой верхушки шапочки 19. Если не делать уши, то вот по шапочку это будет 16 сантиметров. Фигурка бескаркасная. Никаких суперсложностей каких-то здесь не будет. Достаточно легкая. Ну, как бы я не скажу, что прям супер легкая, но средней тяжести, так скажем. Так как нет каркаса, это уже облегчает очень многим задачам. Надеюсь, что данный урок будет вам интересен. Ну, а для тех, кто, возможно, на канал попал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные, спонсорские, так и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, их можно, конечно же, приобрести. Для этого вам достаточно написать мне в любую соцсеть, которую я укажу под видео, после чего вы получаете реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, и пока существует YouTube, его не закрыли, вы можете спокойно ими пользоваться. Ну что ж, не буду вас больше загружать своей болтовнёй. Надеюсь, что данная фигурка вам понравилась и заслужила ваши лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.